Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин! Всем привет! Всем мяу! Меня зовут Киса Баттерс, и сегодня я решила поиграть в младенчика в желтом. Я даже подготовила уже телефон и все остальные вещички, которые подходят к Хэллоуину, то есть оранжевые. А это костюмчик Брунчика был. А это напишу в комментариях чей. Ой, обожаю эту тыковку-сумочку. Ее можно поставить на пан Айси. Она очень удобная, потому что в нее можно вот так запрыгнуть. Вот так немножечко полазить, и удобно лечь. Найти самое удобное место. Можно даже уснуть или почесаться. А, вот так, например, еще поиграться, голову спрятать, и тогда тебя точно никто не увидит. Ну что, начнем играть в младенчика в желтом. Там вышло новое обновление с Хэллоуином и с Нейтом. Погнали! Ой, это котик! Почти что я. С тебя лайк и подписочка. Я сразу же начну играть с главы лаборатории, чтобы не начинать игру заново, потому что там уже все с тобой видели. Ой, привет, Ньют! Смотри, как красиво здесь все украсили. Здесь добавили очень много хэллоуинского интерьера, тыковки, привидения, а еще летучих мышей. Все очень красиво так сочетается. Ой, так, здесь дверь вроде закрыта, не открывается. А, надо взять Ньюта, вставить сюда, чтобы дверца справа открылась. Ой, там такой привидосик смешной сверху был. Так, ой, а это что я забыла? О, это штука, которая засасывает, высасывает потом с другой трубы. Открываем коридорчик. Ого, смотри, привидение сверху. Это же костюмчик Бруно передислоцировался сюда. О, может быть, это на самом деле костюмчик для Бруда. Ого, может его кто-то сможет одеть, например, младенчик или Ньют? Давай его попробуем сюда кинуть. И покрутить этот вентиль. Посмотрим, что с ним случится. Где его вытянет, с какой стороны. Ой, я тут не вижу его. Он пропал куда-то. О, цветочек. Нам надо этот цветочек взять. Ой, 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 я не могу его взять. Надо Ньюта позвать. Ньют, идем. Ньютик, давай, отдавай цветочек. Ну, Ньют, ну что ты занят? Ты цветочки опять полил. Ай, Ньютик, все. Смотри, он сейчас его полил какой-то жидкостью непонятной. И сейчас у нас с тобой ядро созрело, его надо отнести вот сюда, чтобы сделать какой-то другой реагент. И смешать это все. Мяу! Ой, смотри, я нажала кнопку, рычаг, чтобы реагент пошел по этой трубе. Ой, ключик, надо ключик как-то добыть, он не достается. И здесь нажать, чтобы они смешались между собой. И получился другой цвет. Варить это. Он будет розового цвета. И эти буль-бульки, смотри, большие стали, как шишечки-пузырики розового цвета. И это все идет в трубу. И сейчас у нас появится в большом котле. Ого! Буль-бульки! Пузырьки, смотри, ой, классно! Надо взять бутылочку и покормить младенчика в желтом. Этой жидкостью, этим зельем. Ой-ой-ой, что-то происходит со сферой. Ой-ой-ой, это все младенчик. А младенчик идет за мной. Нет! Ой, что это вообще было? Я жива? Ой, я как будто только проснулась, глазки открыла. Младенчик платит. Да я вроде котят не рожала. Ой, давай его покормим. О, там магнитик нарисован. Кормим. То что ты пукаешь? Не пукай. Ключ забрал. Малыш, мне нужен ключ. Отдай мне ключик. Вот так тебе ключом. Угу. Ну, можете вот тут так вот покидать. О, ключик упал. Малыш, нам больше не нужен. Мяу. И забираем ключик. Сейчас мы его откроем. Ой, малыш. Сейчас мы откроем эту дверцу. Малышок валяется. Может быть, ему нужен костюмчик. А где, кстати, костюмчик? Потому что в предыдущих версиях хэллоуинских были костюмчики для младенца. Какая-то шкатулка. Ого, в ней музыка. Здесь котик, он, видишь, миски. Давай ее покрутим, может быть, что-то найдем. Ой, давай еще раз. Опа, бантик. Это костюмчик малыша. Он стал клоуном. Он какой-то вообще. Я не люблю клоунов. Уай. Ну ладно, хотя он милый в этом костюме. И даже не криповый. Опа, малыш. Это даже бакенбарда есть, как у клоуна. О, давай его сюда закинем, может он станет розового цвета клоуном. Малыш, улетел. Хихикает над нами. Мяу. Мяу. Да, стал клоуном, а до сих пор пукаешь. И заговорил немножко, стал моей куклой. Так, 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 пойдем проверим на кухню. Он показывает, что мне надо взять вентиль. Ну, пойдем его отнесем. Его вроде не хватает вот в этом месте.
И нам нужно что-то сделать. Покрутить, наверное, его. Я знаю. Надо, чтобы здесь малыша засосала. Либо, может быть, у Ньюта. Короче, кого-то из них. Ой, сидит такой миленький, за мной наблюдает босс-молокосос. Мяу. Давай возьмем младенчика, запустим эту трубу и пускай он достанет нам ключик. Там, кстати, ключик есть. О, а котик он миленький. Вот видишь, он должен захватить этот ключик и довольствует. Эй, младенчик, да почему мне ключик не дал? Точно, я поняла. Нам надо взять бутылочку и взять эту розовую жидкость. Здесь же нарисован магнитик. И тогда он сейчас замагнитит. Ой, кажется, у кого-то памперс наполнился. Мяу. Давай, кидайся. Давай, не надо магнититься. Надо трубу запустить, чтобы она его как вентиляция внутрь засосала. Он так смешно вылетает, как будто на всяких аттракционах летает водных. Давай, ключик доставай. О, он захватил нам ключ. Теперь мы можем открыть дверь, а младенчика мы оставляем. У нас Ньют, мурчит вместо котика. Ой, тут даже каминчик есть, такой хэллоуинский декор, еще паутинки, тыковки, привидения. Ой, мне так нравится. Мяу. Ой, здесь что-то надо сделать. Здесь надо дальше. Ой, а давай-ка Ньют еще сюда запустим, потому что там был костюмчик, как у Брунчика. Привидение. Ньют стал как Бруно. Он закосплеил Бруно костюмчик на Хэллоуин, пока смот в прошлом году. Если не смотрел, обязательно посмотри, переходи на канал, а еще подписывайся. А если видел, напиши, что да, действительно похож. Мяу. Он вроде как привидение, Ньютик, но все равно поливает цветочек. Он почти похож на Каспера в костюмчике. Ой, а это что, книжка тут какая-то лежит? Нам нужно что-то сделать. Ой, смотри, это знак. Он как будто показывает, что он мне нужен. Давай походим, здесь свечка есть. Мы опять можем взять книжку, ладно? Посмотрим. Ньютик опять... Ой, младенчик, а ты что тут за нами опять наблюдаешь? Ньютик мне показывал, что там что-то надо сделать. Ой, что-то надо включить. Вот эта штука для Ньютика. И Ньютика надо вставить в это силовое гнездо, чтобы что-то заработало. О, лестница заработала! Мы можем теперь подниматься наверх. Ньютик такие пути глазики и сделал. Такой хлюп-хлюп-хлюп. Мяу. И кошечка за нами наблюдает. О, пошли кошечки к нашей с тобой подружке. Черного цвета. Младенчик, ты что делаешь? А котик от нас сбежал. Мяу, котик ушел. Есть какие-то знаки. Ищите код от двери. Код от двери. Это знаки, чтобы код собрать. Вот этих знаков у меня вроде нет. Мы какой-то только один нашли. По-моему, он был квадратненький. Ладно, нам надо, видимо, пойти туда, где свечки, чтобы посмотреть все эти кодики. Давай спустимся, малышок. Ты уже на втором этаже? Он реально маленький босс-молокосос. О, книжка, смотри, мы с тобой нашли второй знак. Теперь нужно, видимо, найти еще два. И они находятся обычно там, где свечки. Давай переместим с тобой лестницу. Для этого нам снова поможет Ньютик. Ньютик такой прикольный, как маленький Ньютончик. Привидение. Мне он нравится, как выглядит. Смотри. Мы нашли листочек. Даже книжку не пришлось доставать. Мяу. А мы запоминаем это квадрат в кругу, чтобы потом вести код. Ньютик, давай еще раз переместим ли мы с тобой лестницу. И посмотрим, нам надо на самый правый край. А за нами тут босс следит и проверяет, правильно ли мы все с тобой делаем. Мяу. Хотя ты должен быть гораздо умнее, чем младенчик в желтом, ты же робот. О, четвертый знак, мы все собрали. И теперь мы можем ввести кодик от двери и войти дальше. Давай перемещаем дверцу, все. Ой, младенчик, привет, пердушка, говнюшка. Опа, она его сюда. Тут заперта дверь. Жаль, ее нельзя открыть. Давай поднимемся. Попробуем ввести кодик, который мы с тобой нашли. Здесь что у нас с тобой? Вроде вот такой квадрат был с двумя полосочками по краям. Кружочек такой был. И вот мы все правильно ввели, все запомнили. А Ньют такой у нас с тобой хороший, заботливый робот, который поливает цветочки. Мяу. Ой. Это маски чумного доктора, что ли? Ого, вот это да! Это мисочка с едой для котика. О, мы нашли какую-то секретную дверцу с тобой, глянь! Ой, ой, он меня скинул! Младенец желтым, проказник злой! Нехороший младенчик! На Хэллоуин так он вообще злой становится. Младенчик из зада. Желтый. Сломан. Ты опять тот? Ты же там
Бамбл, что ты тут делаешь? Иди отсюда. Так, нам надо включить камеру. А, нет пленки. Ой, музыка играет. Стоп, 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 нам надо пофоткать. А, книжка? Смотри, там какой-то рисунок про камеру. Ну ладно. Ого, мы здесь можем проявлять. Нам надо взять с тобой пленку и сделать фотографии. Сфоткаем? Ладно. Вроде ничего не появилось. Давай проявим и посмотрим, что у нас тут будет. Ой, младенец! Я его только заметила. Он как привидение появился из ниоткуда. Надо его отсюда выкинуть. А, хотя, может быть, его сюда посадить. И сфотографировать прямо на этом креслице или диване. Пленочку я принесу новую. Он лежит, он уснул. Фоткаем. Смотри, тут рычаг. Рычаг появился, а без фотки рычага нет. Почти проявлять пленочку. Надо начать, конечно, дверь закрыть, чтобы было темно. Сейчас мы проявим и посмотрим. Ого, у него какая-то вторая жизнь как будто есть. Она начинает бурчать, урчать, как будто у меня животик. Я что-то лишнего съела. Немножко приела. Вот, рычаг появился. Кинопроектор. И рычаг на самом деле появился. Ого, мы можем подняться наверх, а младенец все до сих пор спит и храпит. Выглядит мертвым. Возможно, есть способ восстановить его. Ой, это значит, не мы наверх должны подниматься, мы должны цветочек восстановить. А надо, значит, это, видимо, мяу, взять еще одну пленочку, чтобы сфотографировать. Цветок ожил, цветок ожил. Сейчас мы проявим, и он живет. Снова. Классно. Вот как мы с тобой придумали. Мяу, мы с тобой молодцы. Берем мы пленочку и смотрим, чтобы у нас все с тобой появилось в комнате. Ну надо же, придумали. Ого, оно как будто из одной вселенной перемещает в нашу с тобой нынешнюю вселенную. Чтобы так получилось. Вот и цветок с реагентом. Мы можем взять вот эту вот штучку здесь, ядро внутри. Я Ньютика позвала, Ньютик сейчас его заберет. И мы сможем смешать с тобой, видимо, новое какое-то зелье для младенчика. Ой, зеленого цвета. Младенец, привет. Ньютик тоже привет. Обожаю Ньютик, он миленький. Мы несем с тобой вот это ядро, чтобы его засунуть в эту бутылочку. Ой, ты опять тут, вас еще очень много. Как будто вот эта вот емкость очень похожа на бутылочку для младенца. Мне очень нравится вот этот миленький привидосик сверху, который сидит на бутылочке. Давай смешаем, надо смешать, видимо, красного цвета и зеленого цвета реагенты. О, а смотри, буль-бульки пошли, буль-буль-буль-буль. Зеленый и красный, получился голубой цвет. Варите отвар, это отвар, это, ну, зелеотвар. Похоже. Ой, какой цвет красивый. До этого розовое зелье было, сейчас станет голубенькое такое, миленькое. Опять сидит буль-буль на меня и смотрит. Такой хлюп-хлюп-хлюп. Мяу. Нужна бутылка. Младенец, что сейчас с тобой будет? Для чего тебе нужна бутылка? Ой, он станет грузиком. Ой, он стал толстым. Мяу. Ой, сейчас его расперла. Я его даже еле-еле несу, потому что он капец какой тяжелый. Шортики я навалил немножко в памперсы и тащим мы его. Так, он худеет, он похудел. Мы не смогли его донести. Здесь мяу, малыш в желтом слишком быстро похудел. Поэтому надо заново ему зелье попить и сразу же его понести, а не любоваться его пухленькими щечками. А еще он похож на маленького борца. Смотри, какие у него, как будто перчатки на руках. Он как будто сейчас будет в бою каком-то участвовать. Вот, надо было туда его засунуть, чтобы он грузиком стал и не тащить его такого тяжелого. Смотри, дверца открылась, мы попали в какой-то огромный мир. Ну, не сильно огромный, ты какой-то на каком-то островке мы с тобой находимся. Мяу. И нам... Ой, младенец в фонтане сидит. Ой, ну он вечно перемещается. Мне кажется, или их очень-очень много. Ньютик, что нам нужно делать? А, вон же цветочек реагент. Я его вижу, он фиолетового цвета. Ой, он не берется, кажется. Эй, младенец, ты что делаешь? Ты зачем Ньютика обижаешь? Ньютик, поймай его. Ньютик такой, я тебе сейчас дам. Не надо. Эй, со мной цветок дерется. Младенец, ты выпускаешь клешни. Ты точно младенец или ты осьминог? Ай! Ай! Мяу, он меня обижает. Поругайте. Ау! Поругайте его в комментариях. Младенчик желтым плохой. Ой, мне кажется, надо вот эту пушку зарядить и младенца кинуть. Ты!
Мы немножко его ошарашили, и я думаю, он должен подуспокоиться чуть-чуть. О, его звездочки полетели. А, давай-ка его еще сюда засунем, потому что он не сильно успокаивается. Смотрит на нас маленький клоун. Вот точно клоун устроил здесь шоу. Улетел. Мы его в космос запустили. Мяу. У нас космический младенец в желтом получился. И теперь, ой, цветочек опять дерется. А ты что думаешь? Младенец тут нет. Младенца мы уже отправили в космос. А мне Ньютик помогает, чтобы мы взяли еще один цветочек. Я так понимаю, это последний реагентик, который нам нужен. Мяу. Ой, Ньютик, милашка. Пошли его отнесем. Ой, все цветочки поливает. Все цветочки поливает. Какой заботливый роботик. Мне нравится. А, отнесем. Младенец, как думаешь? А, он вернулся. Он вернулся. Он реально вернулся. Я только хотела... Ты что делаешь? Ты что делаешь? Не надо обижать меня. Ньют его изгнал. Ньютик, спасибо. Я всегда в тебя верила. Что происходит на небе? Что это? Это младенец за нами следит? А что, если мы в его голове? И нас на самом деле нет. О, столкновение миров! У нас глава закончилась. Их приход неизбежен. А, ладно, переходим к следующей. Будем продолжать играть. И посмотрим, чем закончится последняя глава. Потому что это последняя. Мяу. Ой, на телефоне так удобно играть. Сейчас посмотрим, мы с тобой встали. Вроде бы младенца нет. И у нас игра пишет, типа, что случилось? А что случилось? Младенец бунтовался опять. Опять он нам покой не дает. Мы все хотим... Ой! Врач. Что, врач, темной доктор почти что. Отнесем его, ладно. Пускай тут остается. А мы... Ой! Это чем-то нехорошим попахивает. Ай, дверь закрылась. Обычно на таких случаях за мной начинает гоняться. Это тот самый реагентик? А, нет, реагент пропал. А, вот, реагент там, по-моему, висит. Его надо поймать. Эй! Ты что делаешь? Он над роботом издевается. Над Ньютиком. Но он теперь Ньютика обижает. До этого меня обижал, теперь Ньютика обижает. А, давай мы это все смешаем. Посмотрим нашу книжку. Только здесь непонятно, какой надо реагент использовать. Какого цвета? Зеленого, красного или синего? Сердечко мне. А говорит, что он меня любит. Спасибо. Давай зелененький. Смешаем с розовым. И посмотрим, какой цвет получится. А, я решила пересмешать синий с розовым, чтобы получился желтый, потому что младенец у нас в желтом и зада. Я думаю, он точно должен ему подойти по цвету. А возьмем бутылочку. Пока еще... Ой, какое милое желтенькое зелье. Смотрю, бутылочка точно младенчика похожа. Это точно его бутылочка. Я... Ого! Он начал гореть. Он все сжигает на своем пути. У нас с тобой теперь сфера. Что-то... А, что-то с сферой происходит. Он начинает разрушаться. Найдите путь наверх. Нам надо как-то попасть наверх к этой гиросфере. А младенчик у нас, у него пукан горит. У него пукан бомбит. Мы его потушили, кажется. А глаза у него какие злющие, горящие. Мяу. Мне что-то становится немножко как-то страшно. И посмотрим здесь, как мы можем подняться наверх. Может быть, что-то есть другое. Какие-то другие пути. Но здесь вроде дверцы закрыты, мы не можем их открыть. Поэтому нам нужно, мяу, с тобой вернуться. Ньютик, Ньютик, ну опуган. Ньютик, не беспокойся, я тебя спасу. Ньютик, у тебя там еще... Так, младенчик, давай бутылочку еще возьмем. Поджарим нашего с тобой младенчика. И поджарим... Вот это деревце. Да-да-да! Мы для этого делали третье зелье, чтобы освободить себе путь. Теперь мы можем открыть дверь. Потушим младенчика. Капец, у него как будто две свечки в глазах. Он испарился! Ты куда делся? Младенец. Мы в комнату вообще его попали. Как это здесь оказалось? Ай! Он опять забунтовался! Он игрушками теперь в меня кидается. Тебе разве не жалко свои игрушки? Вот родители тратили на них свои деньги. А ты игрушками меня кидаешься. Ты нехороший младенчик в желтом и золотом. Там заперто, я не могу пройти. Чего он так странно рот открыл? Может быть, ему какую-то книжку игрушку надо дать? Так, а ладно, давай не спустимся, посмотрим, что же там такое. Так, соску. Сейчас мы принесем тебе твою соску. Где соска-то была? А,
вот на кухню, по сюда налево пройти. Нет, здесь ничего нету. Пошли. Ньютик, привет. Вот эту соску надо взять. Адскую сосочку. Сейчас, не беспокойся. Сейчас мы тебе что-нибудь в рот засунем, чтобы ты калякал, бякал, шмякал. Маленьким мальчиком стал снова. Все. Ого! У нас пелена, дверь появилась. Ой, надо что-то с рычагами сделать. Сейчас сделаем мяу. Ой. Тут еще рычаг второй есть. Но что-то не срабатывает. А вот и костюмчик Брунчика. Ой, третий. А что если их быстро включить? Сразу три. Наверное, да. Вот она заработала. За нами Бруня подглядывает. Считай, Бруню интегрировали в игру. Вот за что люблю я младенчика в желтом. Так это за хэллоуинские всякие обновления. Ой! Это что, тебе игрушки? Малый. Малышок. Малышок. Делов натворил. Мяу. Пойдем-ка вниз спустимся. Нам надо получить сердечник, написано. Мяу. Давай заберем вот этот шар. Ой, он куда-то улетает. Ай, он разорвался, вот эту штуку внутри. Нам надо забрать. И она улетела на... Ай, младенец снова начинает меня атаковать. Он снова превратился в какой-то злый кокон и бежит за мной. А если отсюда как-то перебраться, надо закрыть дверь. Божечки, он же сейчас дверь откроет. Божечки, кошечки, мяу. Это что такое? Укрепите дверь. Надо укрепить дверь этой штукой, ставить туда. Наверное, он тогда уйдет. Здесь вроде заперто, я не могу дальше пройти. Ньютик, что нам делать? Получите усилитель? Что? Он меня подкинул наверх. Ньют, спасибо. Теперь мы можем бежать. Вот, он где-то там, видимо, заперся. Он остался на той территории, а мы можем здесь тихо спуститься в библиотеку и пойти в коридор. Как много глаз! Кажется, он просто успокоился. Так бы он меня точно поймал. Мяу! Что, лифт, лифт? Он меня напугал лифтом. Везде еще какие-то кляксы появились хэллоуинские. Давай заберем сердечник. Небезопасно, мы не можем его забрать. Ищите недостающие фрагменты в саду. Ой, надо и это забрать. Корпус для него. И тогда мы сможем его туда засунуть. Ну-ка, давай заберем второй. Я вижу, где он валяется. Мы сможем их... Нет, оно не соединяется. Не получается сразу соединить. Эх, ладно, пойду вначале один корпус вставлю, прикрепляю к сердечнику, и теперь схожу за вторым. Он похож на диско-шар. Диско-диско-мяу-шар, диско-диско-мяу-шар, мяу-мяу-мяу. О, смотри, мы вроде как соединяем. Сердечник, еще должен быть все нормально. Ой, он разозлился, он снова разозлился, он бесится, что мы соединили, надо Ньютику отдать. Бежим ехать. Ой, какой он смешной. Ай! Я в тупике. Он меня поймал. Мяу. Он меня в тупик загнал. Ты же сам видел. Ай. Еще раз переиграем. Только в этот раз больше не будем пялиться на младенчика в желтом. Мяу. Бежим. Ай! Нам надо было обязательно туда-то бежать. Через библиотеку пробегаем. Ой, Ньютик, жди меня. Жди быстрее. Мы сюда младенчика не пустим. Ага. Блин, классное обновление. Следуйте за нее. Ого, мы снова в его комнатку попали. Ой, я думала, здесь младенец. Ой, у нас, смотри, робот устал. Зарядка, видимо, кончилась. А, пошли вернем его на место. Нам, наверное, надо на ту изную дорожку вернуться. И на нее зайти. Мяу. Он и тут теперь. Он снова здесь. От него никуда не сбежать, не скрыться. Ньют, спасибо, помогай, давай. Вставляй, я вставляю, все. Все на месте, сердечник вроде как на месте. Что происходит? Успокойся, младенчик. Я тебе сосочку принесу, не беспокойся. Так, смотри, начал подниматься что-то наверх. Но чего происходит? Он Ньютика поджарил. Моего друга. Ты плохой. А оно его сожгло или нет? Кажется, младенчика тоже больше нет. Я осталась одна. Мяу. Жалко Ньютика. Маленькая пчелочка. Да, пчелочка просто похожа, поэтому я его пчелочка назвала. Может быть, мы сможем его как-то воскресить? Блин. Ньютик.
Жалко Ньюзика, жалко этого добряка. Мяу. Короче, нам что-то надо сейчас сделать. Наверное, что-то с шаром, с этой сферой. Она как будто сейчас снова разорвется из-за того, что там дало трещину. Она не выдерживает давление и силы, поэтому она сейчас... Да, корпус летел. Младенчик добился своего. И видел, привидение вот это тянется ручками к этой сфере. Она стала золотого цвета, будто это залили золото туда, и она застыла. Она с тобой улетела обратно. Наша сфера. Ньютика жалко, никак не воскресишь. Хочу положить его сюда, но он все равно упал. Эх, жалко. Давай ставим сюда сердечник и посмотрим, что сейчас будет. Надеюсь, все будет хорошо. Мяу. Кажется, это должно прокрутиться. Сердечник мы с тобой вставили. И что же сейчас будет? Мяу. Интересненько. Ждем. Кажется, это знак младенчика. Это, видимо, не очень хорошо. Зря это сделали, да? Ай-яй-яй! Мы открыли портал в ад. Мы точно выпустили младенчика из ада. У него только получается, я не знаю, он был мне, видимо, не таким злым. А сейчас у него будет больше сил, либо их будет очень-очень много. Ай! Мяу-мяу-мяу. Ой-ой-ой-ой-ой. Зря мы это сделали. Ау! Это чумной доктор с той маской. Он ругается, почему мы его привели сюда? Потому что не знает почему. Что вы наделали? Да, и я вот говорю, что это мы наделали? Мы, кажется, младенца выпустили из каких-то вратов. Ай! Кажется, что-то концовка грустненькая какая-то получилась. Мяу! Если тебе понравилось прохождение младенчика в желтом, ставь лайк и подписывайся на канал. Я старалась, чтобы было все хорошо. Ну что-то как-то получилось все грустно, Ньютику жалко. Но хэллоуинское обновление прикольное. Мне очень понравился костюмчик Ньютика и понравился костюмчик нашего младенчика в желтом. А еще Ньютик закосплеил броню. Ставь лайк и подписывайся на канал. С тобой была Кошечка Баттер. Всем мяу-мяу. Пока.